Один из военных экспертов по Ближнему Востоку очень мудро сказал, что Сирия сегодня – это Испания 36-го года, в том числе и для России. Если мы проиграем Сирию, то в следующий раз угрозы будут направлены впрямую против Российской Федерации. Поэтому я считаю, что Сирия – это та вот лакмусовая бумажка, на которой проверяется солидарность мира против разжигания Третьей мировой войны. Кроме того, Сирия – это последний плацдарм России на Ближнем Востоке. Там находится наша база дозаправки судов, которые в Аденском заливе проплывают, вы знаете. Для нас Сирия – это партнер, крупный партнер по, так сказать, ряду проектов. Поэтому я считаю, что Российская Федерация должна сделать все возможное для того, чтобы гражданская война в Сирии не переросла в военный конфликт на всем Ближнем Востоке, включая Иран, Азербайджан и наши Кавказские республики.